И к новостям спортивным. Копилка бойцов из Дагестана пополнилась очередным достижением. Эльдар Эльдаров стал первым российским чемпионом лиги «Брейв». Обладателя престижного титула встречали накануне ночью в аэропорту Махачкалы. Здесь, несмотря на позднее время суток, собрались сотни его болельщиков. Это родственники и друзья. Все те, кто с замиранием сердца следили за последним выступлением Эльдарова. Пояс чемпиона дагестанский боец завоевал на турнире в Иордании. Там он единогласным решением судей одолел спортсмена из Эмиратов Мунира Лазеса. Приятно, удивлен. Столько людей пришло. Пришли однокурсники, одноклассники, дворовые пацаны, земляки из Хунзахского района, родственники. Столько людей, когда увидел, я понял, насколько было важно одержать победу в этом бою и обрадовать всех этих людей. И, конечно, было очень приятно. Эльдаров не станет почивать на лаврах и после короткого отдыха вернется к тренировкам. Впереди защита титула и поединок намечен на сентябрь.